Вот сегодня на обзоре у нас вот такой плуг. Вот такой самодельный плуг. Плуг окучник. Вот. Он был взят по размерам. Вот. В следующем видео дам размеры. А в этом видео покажу, как мы им гоняем. Этот окучник с электроплуга, да, был сделан. Ну, немного побольше уже. Ну что, попробуем, как гоняет. Ну, давай. Так, ну что, друзья, вот так вот, сам себя засниму, вот так вот обгоняется. Кстати, этим же плугом мы нарезали, окучником этим же и нарезали эти борозны. Вот так вот получается. Вот. Каток, от него идет труба небольшая, и вот руль с велосипеда. В следующем видео дам размеры, так что... Ждите, кому интересно, себе захочет такой хороший плуг. Вот. Сейчас покажу. Один начнем. Можно и одному. Ну, вот. Вот я пихаю. Вот он едет. Ну, двумя руками, конечно, лучше. Вот, обгоняется. Как-то так получается. Ну что, друзья, вот так вот у нас получилось окучивание. Вот здесь получается несколько родков пят, наверное, картошки. А здесь я сильно не обгонял из-за того, что прорастает морковка, салат, бураки. Чтобы не засыпать, я особо сильно не обгонял. Вот как-то так получилось, вот таким плугом. В следующем видео дам размеры. Подписывайтесь на мой канал, а также ставьте лайки. До свидания.